мне хочется представить вам в каком-то смысле такого Георгия Победоносца, который сражается с толстыми журналами и издает свои толстые журналы. Я думаю, что большинство из вас читало его статьи по поводу того, ну как же, кому же деньги-то отдают наши налогоплательщиков, чтобы эти толстые журналы печатали себя, стихи своей жены и так далее, и так далее, и так далее. Очень печатал, мол на карте играет. Да, да, ну я просто говорю о последних битвах, которые ведет Евгений Степанов, издательство «Мест консалтинг». Очень рада издавать членов Союза литераторов России. Мы будем делать это и вы пишите, мы будем издавать. Тем более, что Дмитрий Юрьевич и Нина Васильевна люди настолько энергичны, настолько фонтанирующие идеями. У них каждый день какая-то новая затея, какой-то новый проект. На вашу голову. Я так и говорил. Мы только рады. Только рады, потому что действительно складывается впечатление, что в нашей огромной Москве два человека постоянно что-то придумывают, что-то предлагают, какие-то новые проекты, и кто-то их должен осуществлять. И вот мы в меру своих скромных сил всегда готовы подставить плечо под эти начинания. И нам действительно это доставляет удовольствие работать вместе с вами. И сейчас мы затеяли один проект, который, ну, я думаю, будет иметь серьезное продолжение и большую судьбу, я в это смею верить. Проект называется «Читальный зал». По-английски пишется «Reading Hall». Через дефис. Тройной W, Reading Hall. .ru. Что за проект? Может быть, кто-то знает, что есть такой проект «Журнальный зал», который объединяет толстые журналы «С нами», «Новый мир», «Крещатик», журналы «Детера», «Иностранная литература» и так далее. А мы решили пойти дальше. Мы решили объединить не только толстые журналы, но и литературные газеты, интернет-порталы, посвященные культурному процессу, газеты популярные, научно-популярные издания и многие другие. И вот на сегодняшний день наш проект вошли такие журналы, как «Литературная учеба», журнал «Знание сила», журнал «Культ поход», журнал «Комментарий» Александра Давыдова, журнал «Футурумаг», журнал поэтов Константина Кедрова. Конечно, туда вошли издания «Союза литераторов». Прежде всего, «Мол», газета замечательная, и вошел «Альманах словесности». Почему нужен этот проект? Проект объединяет авторов самых различных направлений. Самые различные издания можно посмотреть целенаправленно в одном месте. И вот такой проект уже существует буквально 3 недели. Уже его посетило 6 тысяч человек. Это только-только вот младенец только появился. Но он набирает силы. Уже у меня появляются определенные мускулы, и все больше и больше к нам поступает заявок и из России, и из зарубежных стран. Буквально вчера я провел переговоры в Министерстве иностранных дел, и там очень заинтересовались этим проектом, и будут поддерживать этот проект. То есть дело в том, что мы хотим поддерживать не только литераторов, живущих в нашей стране, но и литераторов русскоязычных, живущих в зарубежных странах СНГ и так далее. И тем более журнал, один из которых мы издаем, «Детера», он во многом посвящен русскоязычным диаспорам за рубежом. Поэтому очень мы рады, что издание «Союза литераторов» вошли в этот проект. Более того, Дмитрий Цесельчук стал членом попечительского совета этого проекта. Другой член правления Союза литераторов, Арсен Гаитанян, тоже
вашу члена попечительского совета. И вот общими усилиями мы литературную карту русской поэзии, русской прозы будем составлять. Ну, а все остальные проекты наши, наверное, вы знаете. Это журнал «Крещатик», журнал «Литера», еженедельная теперь уже газета «Литературные известия». То есть эти все проекты осуществляются. Холдинг «Пресс-консалтинг» на сегодняшний день выпускает порядка 500 сайтов в год. Выпускает около 100 книг в год. То есть на сегодняшний день эта компания стала достаточно крупной. И все, конечно, это благодаря тому, что есть подвижники в нашей стране, которые нас поддерживают, и государственные думы, и администрации президента, и творческих союзов. И, как говорится, не стоит село без правил. И я искренне благодарен руководству Союза литераторов за ту всестороннюю поддержку, которую мы от вас получаем. Спасибо. Евгений Степанов. Кстати, я хочу заметить, что вот не так давно была всем вам хорошо известная встреча Путина с писателями. И вот там, когда было сказано, что надо бы помогать толстым журналам, Путин, после того, как прочитал статью Евгения Степанова в литературной газете, сказал, ну, контент надо менять, тогда будем поддерживать. Ну, и вот сейчас эта история продолжается, но это все тайно, тайно, тайно. А мы ждем от Евгения Степанова нового материала в словесной 2010 «Воспоминания о магистрали», «Воспоминания о Левине», об этом удивительном человеке, с которым долгие годы они были дружны. Еще раз поаплодируем Евгению Степанову, вступившему в такую войну. А мне хочется сказать вам, пока у нас еще на подходе или уже можно? Мы уже здесь. Ну что ж, у нас есть такое понятие, как контркультура. И мне сначала хотелось бы представить новое направление в Союзе литераторов, как бы тоже вот из того андеграунда. И мне бы очень хотелось, чтобы сейчас Максим Жуков, которого многие знают, он много печатается и в газетах, и в журналах, просто предстал перед нами и начал эту тему, прочитав всего одно стихотворение на тему «Слабать мир». Максим Жуков, контркультурщик. Ну почему про мясо? Так, читать я буду сидя. Значит, это не совсем контркультурное стихотворение, потому что здесь много женщин, молодых, в общем, ни к чему это. Оно скорее просто насущное. Баллада. Когда с откряченной губой чернее, чем уголь и сурьма, с москвичкой стройной, молодой, заходит негр в синема и покупает ей попкорн, и нежно за руку берет. Я, как сторонник строгих норм, не одобряю это, вот. И грусть, похожая на боль моих, касается основ. И словно паспортный контроль, обогащающий ментов, меня в моем дому тоска берет за удила. Чтоб я в дверях спросил жену, ты паспорт, милая, взяла? Да, русский корень наш ослаб. Когда по улицам брожу, я вижу тут и там хиджаб. Лет через 10 поранжу на фоне древнего Кремля. У дорогих, великих стен, скорее всего, увижу я и разрыдаюсь, как нацмен. Нас были тьмы, осталась тьма, в которой мы уже не мы. Мне хочется сойти с ума, когда домой из синемы шагает черный силуэт, москвичку под руку ведя. Как говорил один поэт, такая вышла запиндя, что запятой не заменить, и сокращая текст на треть, москвичку хочется убить, а негра взять да пожалеть. Как он намучается с ней, какого лиха хватит, и в горниле расовых страстей, бесплодных споров посреди, среди скинхедов и оприч, среди понуканий беспечь, он будет жить, как черный сыч,
и слушает нашу злую речь. К чему, зачем, какой ценой преодоленного дерьма мой негр с беременной женой, белее, чем русская зима, поставив накануне штамп в цветастом паспорте своем, поймет, что значит слово «вам». Но будет поздно, и потом, дожив до старческих седин, осилив тысячи проблем, не осознав первопричин, он ласты склеит, прежде чем ни фунт изюму в нефилях, как на духу, как по конве, напишет правнук на полях. Я помню чудное мгновенье. Максим Жуков. Новая тема в Союзе литераторов. Ну, мне хочется сказать, что в следующем году исполняется 40 лет со дня написания известной поэмы «Москва. Петушки». Событие большое. В «Альманахе словесность 2009» опубликовано интервью с Галиной Ерофеевой, правонаследницей Венедикта Ерофеева. И мне хочется, чтобы Галина Анатольевна подсела вот в это кресло, потому что здесь лучше будет слышно. И я хочу задать тот же вопрос, что я задавала ей и в нашем с ней интервью. Я надеюсь, что у нас будет еще интервью при словесности 2010. Мы найдем, о чем поговорить, например, о записных книжках Ерофеева. Ну а сейчас вопрос такой. Когда вообще впервые опубликована была поэма «Москва. Петушки»? История детективная, да? В общем, история действительно детективная. Я стала, можно сказать, не только следователем, но еще и собирателем. То есть сегодня я обнаружила, что у меня лежит уже 34 книги «Москва. Петушки» на разных языках мира. Коллекция подобных книг. И я надеюсь, что она где-то будет выставлена в этом году. Либо в литературном музее, либо в музее Москвы. Переговоры идут. Но история произошла вообще просто фантастическая. То есть Венедикт Васильевич принес тетрадку, где была написана поэма «Москва. Петушки», своему однокурснику Владимиру Сергеевичу Муравьеву. Муравьев прочитал и сказал: «Венечка, ты это не получишь, пока я не перепечатаю». И отдал эту тетрадку, значит, жене однокурсника, Ирине Владимировне Кобяковой, и попросил ее перепечатать. Она сделала это за одну ночь. Естественно, там было очень много ошибок. Муравьев не успел, значит, адаптировать текст и отдал тетрадь Венедикту Васильевичу. И вот с этой первой перепечатки, в общем-то, и пошла рукопись на Москве. Эту рукопись снял на фотопленку Борис Исаакович Цукерман и увез ее в Израиль, в Иерусалим. В 1973 году там Владимир Фроллер и Александр Негер издавали журнал «Они». И последний, третий номер как раз был, заканчивался поэмой «Москва. Петушки». Тираж был очень маленький, 150 экземпляров. Журнал не продавали, а дарили и рассылали во всевозможные издательства для того, чтобы показать, что в СССР есть другая литература. И вот один журнал попадает во французское издательство «Альбер Мише». Издательство очень крупное и на сегодняшний день, в общем-то, занимает достаточно высокое место. И это издательство присвоило себе права и стало тиражировать. Таким образом, поэма увидела свет на всех языках мира, наверное, уже практически, ну, может, там арабские какие-то вот эти исключения. Но есть и японские, и корейские, то есть и иврит, то есть каких только нет. И я думаю, это еще, в общем-то, не последнее издание. И самое смешное, что во всей этой истории Венедикт Васильевич никак не участвовал. Фроллер и Ленин, они вообще не знали, кто такой Венедикт Ерофеев. Вообще, существует этот человек или нет? Это псевдоним или реальная фамилия, и кто это вообще, где он есть? И когда, значит, в 1974 году Венедикт Васильевич
узнал случайно, что его издали, он решил, что это шутка. Он этому не поверил. И самое смешное, что он никогда не ходил ни в одно издательство, не отдавал свою рукопись, ни одну причем, на редактирование, и никогда не искал читателей и почитателей. Они нашли его все сами. Галина Ерофеева, человек удивительный, вот если вы узнаете, сколько она перемещается по России, сколько она делает, какая-то колоссальная работа издания записных книжек, то вы будете просто потрясены, как вот потрясены мы, когда познакомились с Галиной Анатольевной поближе. И мне очень хочется, чтобы Дмитрий Цесичук вручил диплом выдающемуся деятелю культуры. Диплом. Галина Анатольевна, выдающийся деятель культуры и искусств в России, в соответствии с указом президента. Некоторое время назад Союз литераторов России, общественное движение «Архнадзор» участвовали в акции по спасению дачи Муромцева, на которой когда-то спасался Венедикт Ерофеев. И мы услышали там интереснейший ансамбль. Продолжатели городского романса «Потап и корешки». Два произведения мы слышим. И Потап Молотов представит нам два произведения, стихи, написанные летом этого года. Ну а пока... Нет, пока пусть исполнит, а потом я расскажу свою идею, да? Потап и корешки, приветствуем их. Праздники литературы и словесности. Мы продолжатели, как мы себя считаем, городской, как вы сказали, песни, поем свои песни. И хотел спорить вам пару произведений. Первое называется «Прогулка». Я не знаю.
песне про черного кота. О, у меня есть черный кот, он мне песенки поет. Но от этих песен я совсем не весел. Мур, 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 хмур, 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 мур, 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 шмур, 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 мур. Храма, который вы все хорошо знаете,
Это католический собор непорочного зачатия на Малой Грузинской улице. Анна, я правильно говорю, да? Ну что ж, вам инструменты в руки, и мы вас слушаем. Какой естественный переход от одной Москвы к Москве другой. У нас сегодня тема «Москва многоликая». Thank you.
человек, который бежал от ментов из Краснодара. По вине. Так, Катя, по вине. Я не вырвал, да, только Thank you.
И в следующем альманахе, словесность 2010, мы будем продолжать знакомство с прозой Анны Ветлугиной. Заодно Анну Ветлугину, я хочу, чтобы все на нее посмотрели, мы поздравляем с рождением маленького Луки. Ему всего 4 месяца, да? 8 уже. Как быстро время летит. Поздравляем Анну Ветлугину. У нас совместная акция с Архнадзором. Что же такое Архнадзор? Вот такая серьезная женщина, как Инна Крылова, расскажет нам, что это за общественное движение. Я считаю, что они спасают культуру, они спасают Москву, и это все не так просто. Инна Крылова, руководитель спецпроектов Архнадзора. Добрый вечер. Вы знаете, я не буду употреблять, что уже ваше внимание, в столь поздний час я в нескольких словах расскажу о нас. Вот представители наших движений, вот молодые, веселые, активные, энергичные, они здесь присутствуют. И мне хотелось поблагодарить Советский театр, который стал соорганизатором одной из последних наших литературно-мемориальных акций, которые мы посвятили дню рождения Венедикта Ерофеева и Ивана Бунина. Как связаны эти два великих литератора? Возникает такой вопрос. Мы проводили акцию на так называемой Гающей улице в Москве, в Царицыно. Есть уникальный мемориальный объект, который связан с именами как представителей первой государственной группы Бунина, как Ивана Бунина, Венедикта Ерофеева, а также и Глазунова, Лыкова и многих, кто в этой творческой среде общался и был в гостях у живущих и ныне там последователей и хранителей этой культуры. Мне хотелось бы сегодня представить вам нашего замечательного гида, краеведа, автора нескольких сборников, посвященных истории Москвы, Александра Бажаева, он выпускник архитектурного института, он реставратор, эксперт во многих областях. И, собственно, он для нас, для нашего движения, открыл этот объект, находящийся в Царицыно. В результате мы провели несколько акций литературно-мемориальных, посвященных Ерофееву. Познакомились, подружились с Натальей Шмельковой, с Галиной Ерофеевой. Мы очень признательны Болдыреву Кириллу Николаю, которые гостеприимно приняли нас и позволили провести очень интересные мероприятия. А цель их — сохранить этот ценный мемориальный объект, культурный объект, от нависшей над ним угрозы уничтожения, сноса. И мы вашему вниманию сегодня, после выступления Александра Бажаева, предложим подписать письмо, обращение на имя мэра Москвы, в котором мы выражаем обеспокоенность сложившейся ситуации и предлагаем, как минимум, принять меры по экстренные меры по сохранению этого культурного объекта. Я сейчас не буду долго рассказывать о нашей деятельности, которая уже несколько месяцев проходит в Москве. Она направлена на сохранение очень многих объектов. У нас есть сайт arknadzor.ru, там ведется мониторинг нашей деятельности. И с этим можно будет познакомиться. А сейчас, позвольте, я представлю Александра Бажаева. Он вам поведает об этом очень ценном объекте. И сейчас будет интересный очень иллюстративный ряд, который мы можем посмотреть вот на экране, который вот так вот несколько неудобно расположен. Но я думаю, если вы сейчас немножечко перегруппируетесь, то было бы всем удобно посмотреть очень ценные фотографии. Спасибо вам заранее за внимание. И я передаю микрофон Александру Бажаеву.
Закончился наш вечер. Мы хотим сказать слова благодарности директору галереи, в которой мы с вами находимся, Ирине Толпиной. Она где-то рядом. Ирина, спасибо большое. У вас здесь очень хорошо. И в конце мы подписываем письмо в защиту дачи. На этой даче когда-то впервые Иван Алексеевич Бунин увидел свою будущую жену. Здесь он писал ей стихи. Здесь была настоящая царицынская, болгинская осень. И мы хотим, чтобы этот фундамент сохранился. Мы хотим, чтобы сохранился этот невероятный дом-барак. И чтобы сохранилась эта липовая аллея, которую мы видели сегодня на слайдах. Мы благодарим Архнадзор. Мы благодарим всех авторов словесности, альманаха словесности, которому исполнилось 3 года, и готовим следующий номер. Мы ждем ваших материалов. Мы ждем обещанную статью от Артема Каверина, которую он должен был сдать еще неделю назад. Всего хорошего. Спасибо всем.